Блин, они ни хрена не делают. Твари, вот я им приказываю атаковать, ё-моё. Сука, они всех перебили и все. Вот, блядь, ну что же вы творите, уроды-то, а? Суки, а? Суки, подонки, а? Лжите, все, ждите ворота. Стоят идиоты, а? Что же вы творите, что же вы делаете-то, а? Суки, ниндзя никаких нету, бля. Суки, а. Ну вот смотрите, прямо расстрел какой-то, дом Павлова. Эти стоят идиоты, а? Хоть бы легли бы там, я не знаю. Ну вообще стреляют и стреляют. Ну вообще ничего не делают, а? Хрен вы творите, твари, а? Ну а потому что ниндзя, потому что я положил ниндзя всех, а почему же вы... Видите, это какая тупость, это обучение. Суки. Ладно, все, похоже, я умудрился просрать даже обучающую миссию. Анша Абдуль. Ой. Анша Абдуль. Аншабду, ну видите, до чего дошло-то, а? Все. Даже все, это конец. Как можно умудриться тренировочную миссию проиграть? А эти стоят, вообще пиздец, просто берут и стоят. Хрен вы тут стоите-то, а? Почему не идете? Блин, нифига они вообще не воюют. Анша Абдуль. Что это за хрень? Почему? Во, вот, может вот так? Блин, не воюют нифига, нет. Все, что-то вообще пошло не то. Анша Абдуль. Вообще, ну они ни хрена не делают. Ну ты-то можешь напасть. Кстати, я понял, в чем прикол. Надо отдельно каждому юниту отдавать приказы, а не всем сразу. Если всем отдавать, они, похоже, нет, в этом вся проблема. В общем, вот так. Анша Абдуль. А, вот, видите, это все из-за сгрупп долбанных. Анша Абдуль. Ну что, потеряли, ничего, так 1005, как Сталин людей на бойню посылал, ну так и мы. Потому что это как бы не совсем люди. Анша Абдуль. Блин, твари-то, а? Так они еще моих лошадок колят. Наколами. Блин, а? Анша Абдуль. Блин, в атаку, дебилы, а? Так, и посмотрим трубить. Ой. Эх. Да. Анша Абдуль. Ой, твари, а. Что, перебили всех? Похоже. Анша Абдуль. Теперь все наконец-то они пошли, побежали.
суки. Давайте в атаку все. Сейчас всех лучников даже пошлю. Ой-ой, вообще пошли все. Бибаран, братья, бибаран. Аншабдуль, вперед, за дуловерование, в атаку, Аншабдуль. Аншабдуль, в атаку, Аншабдуль. Ах, дебилы, опять встали, вашу мать, а? О, ну давайте, лезьте на лестницу. Ну, полезете, интересно, сейчас? Ну, наконец-то, полезли. Не пошло, видите, лезут. Как круто, как муравьи лезут. Вообще супер, а? Даже без лестниц прям, вообще прям какие-то спайдермены лезут, черепашки-ниндзя. Прям лезут без ничего. Вообще, как смотрите, как четко они лазятся. Ну, так что мы это, может, еще и выиграем. Аншабдуль. Ой, набежало с котов-то, а? Блин, ну вот еще полезли. Так, а вы что стоите? Вы бегите, ворота открыли вам. Бегите, ворота, блин, открыты, твари, бегите, суки, мураянина поганая, бегите. В атаку, уроды. Сука, дебилоиды, ворота открыты, они стоят, смотрят, придурки. А у них перед носом прям они сами закрываются, как, блин, в евролифтах сами. Блин, ну твари-то, а? Все, я не знаю, как это тут победить. Все, они все уже, все смотались первыми. Первыми бегут эти долбанные крестьяне. Все, а эти тоже, смотрите, куда-то побежали. Они, это они догоняют нас. Ой, все, это конец, конец. Аншабдуль, ничего, сейчас проиграем. Да. Ага. Угу. Так, занять без боя. Нифига себе, я его взял, когда как полностью просрал, потому что это обучающее. Миссия. Стройте возле конюшен дотё, чтобы нанимать всадников с луками, яри или катанами, и продолжать завоевание. Теперь Аншабдуль воистину грозен. О, круто. Близится к концу. О, блин, наконец-то, а? Всем силу дома. Ага. Да. Ой, Аншабдуль. Все, наконец, смотрите. Нанимают на рынок. Поскольку в Аве есть рынок, вы можете нанять такого агента. Кого? Кто это такой? Мацука? Впервые слышу о нем. Угу. Аншабдуль. Видят помыслы тех, кто нечист на Аве. Они охраняют закон. Кто это такие? Впервые там не было таких. Мацуки, блин. Кто это такой-то, а? Не знаю, кто такой. Хрен какой-то. Какой-то бригадир ниндзя, короче, это. Прораб. А. Захватывать вражеских агентов и настраивать против врага его армии, начальников и даже целые города замки. А, я понял, они шиноби заменили Мицуки, потому что народ путался, они добавили ниндзя и шиноби, первую часть, но шиноби ничего не делали, вот так вот делали то, что этот чувак делал. И вот непонятно, хотя шиноби и ниндзя это то же самое практически. А тут они хоть правильно что-то хоть придумали, что видно, что это не ниндзя никакой там нахрен. Так. Сука. Аншабдуль.
Чего там построить, а? Ой, аншабдуль, а? Да стройте вы что-нибудь уже, строительство уже, блин. Чего вы не строите, блин? Аншоп, да, блин, о, смотрите, да, таких не было. Вообще, с лучников найму, они всех вырежут нахрен, а. Как Аншабдули настоящие. Армии. Вот видите, только потерял, они все-таки потерял какую-то армию или нет. Что-то у меня лошадок мало, лошадок что-то мало. Давайте все, все. Так, Аншабдуль. Аншабдуль. Видите, зима настала. Видите, теперь может сохраняться. Круто, а? Сейчас вот я всегда люблю огромную армию собирать и всех валить этой армадой. Ой, Аншабдуль, все на базу. Сбор на базу сюда. О, эти еще. Этого одного лучше оставлять всегда там на базе. Мавлючу, какой бунт там. Так, а видите, они что, восстановились, что ли? Я не понял. Похоже, не восстанавливаются. Хотя неважно, все, в атаку пошли на мразь эту всю. Всю эту мразь уничтожим. Как класс. Ага, доклады, видите? Петухи, видите? Видите, твари, а? Сейчас мы их сюда пошлем. Видите, как круто, не надо никакого тут флота, чтобы переплыть. А знаете, что бесило, все гони в этом. Первым надо было там лодку купить, засадить их в эту лодку. В этой лодке и везти, потом высадить. И так вообще бесило жутко. Тут они как цивилизации сами, похоже, переправляются. Так, и все, пойдет сейчас армада Абдулла Джихада. Все, видите? Ого. Ах вы суки, а! Они перекупили, ах вы подонки, а их агент перекупил нашего. Вообще жуть. Подлецы, подонки. Это просто подонки. Негодяи, предатели. Ой, блин, а. Ну что, мы так всех вырежем их. Суки. Какого хрена? Ой, блин, а. Аншабдуль, Аншабдуль. Так, мы видим тут крутых самураев. Так, или что тут? Вот надо быдло, от быдла этого избавляться, вот этого тупого. Вот это деревенщина ебаная, старобатовская. И надо вот таких надо вот. Сюда. Так, Аншабдуль. Все, в атаку на этих тварей, все, уничтожить. Уничтожить всех, 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 всех взорвать, все. Сука, Аншабдуль. Ой, блин, лучше Аншабдуль вперед за Дулаверу.